В Воронеже в концертном зале сити-парка «Град» прошел юбилейный 5-й городской образовательный форум. «Сила традиций, динамика развития» – так звучал девиз мероприятия в этом году. В работе форума, собравшего более 2000 педагогов образовательных учреждений, а также учреждений спорта и культуры, принял участие митрополит Воронежский Лискинский Сергий. На мероприятии присутствовали представители городской и областной администрации, негосударственного сектора сферы образования, ректоры вузов, представители организации профсоюза работников образования и науки, а также гости из Липецкой области. Глава Воронежской митрополии был приглашен в качестве ведущего дискуссионной площадки по духовно-нравственному воспитанию детей, участниками которой стали руководители образовательных учреждений и представители педагогической общественности. Наши школы, которые имеет такую замечательную, прекрасную основу и базу, как образование в Советском Союзе, которое в свое время основывалось на традициях школы Российской империи. Мы не можем отвергать этот опыт в совокупности. И из всего этого нам нужно делать какие-то выводы и смело смотреть в будущее. И мне хотелось бы поздравить вас всех с этим праздником и пожелать, чтобы, преподавая особенно гуманитарные знания в школе, вы бы вместе с этим воспитывали бы людей нового поколения, осознавая, что в их руках будущее. И в их руках, и мы с вами. Александр Викторович, вручить... В рамках форума впервые работали секции, где участники обсуждали проблемы формирования социокультурного пространства и личности человека, приоритетные вопросы обучения и воспитания. А в рамках тематической экспозиции были продемонстрированы инновационные подходы к образованию, интерактивные технологии и проекты по различным школьным предметам и многое другое.